Манговая ласси. Похоже, мы углубляемся в тропики. Мякоть двух спелых манго, два стакана густого йогурта, стакан холодной воды и полстакана сахара. Это один из моих самых любимых напитков. Помните, чем спелее манго, тем лучше. Они должны быть по-настоящему спелыми. Тогда у них очень сильный аромат. Если у вас есть какие-то коричневые манго, которые не очень подходят для фруктовых салатов, отложите их и используйте для приготовления этого напитка. Чудесное и густое. Нальем в охлажденные стаканы со льдом до краев и украсим листочком мяты. Рецепт. Мякоть двух спелых манго, два стакана густого йогурта, стакан холодной воды и полстакана сахара смешаем в миксере. Положите лед, влейте ласси и перемешайте.